строки незабвенной классики золотого века русской поэзии звучали на студенческом бульваре. Пушкина декламировали на русском, правда, с десятком разнообразных акцентов. Так студенты со всего мира отметили Международный день русского языка. Я изучаю русский язык 2 года. Я начала увлекаться русским языком, потому что мне очень интересно, как выглядит культура России. Вообще, я хочу общаться с иностранцами, особенно с русскими. Русский язык очень мелодичный, да? И он звучит, как будто кто-то пел. Интернациональное шествие отправилось на Пушкинскую. Правда, погода не позволила студентам прочесть стихи перед автором. Под куполом библиотеки участники Международного фестиваля русского языка разыграли сказку о царе Салтане. Повариха побледнела, обмерла и окривела. Слуги, сватья и сестра с криком ловят комаря. Здравствуй, красная женица, говорит он, будь царя и ради богатыря. Иностранцам предстоит узнавать культуру России еще 3 дня. Уже сейчас они признаются, что Карелия будет сниться им долго. Маргарита Михайлова, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».